Всем привет! Хочу вас познакомить с таким буксом, который существует на просторах интернета под названием SEO Sprint. Существует он уже порядка 6 лет. Я сам уже на нем нахожусь около года. Заработок стабильный. Но сразу предупрежду, самое главное про этот букс. Здесь, если вы смотрите аналогичные видео и видите, когда здесь указана внизу сумма 5 тысяч, 10 тысяч, это полнейшее вранье. Такое здесь ни за день, ни за месяц не наколотишь. Вот эту сумму, именно 170 рублей 40 копеек, я заработал за 2 дня, сидя просто вечером по 2-3 часа после трудового дня, выполняя, ну, вот непосредственно об этом буксе. Вот серфинг, пришли есть по 5 копеек, по 4 копейки. Далее есть письма, затем тесты. И есть вот самое основное и дорогое, это задание. Я обычно выполняю вот на YouTube. Но здесь также есть только регистрация, клики, там регистрация плюс активность, инвестиции, социальные сети, так и так далее и тому подобное. Ну вот, к примеру, я сижу именно на YouTube. Здесь это, есть вам задание 90, 75 копеек, 8, 7 рублей. Но они довольно-таки трудоемкие. Я обычно сижу и выполняю вот обычно такие по 2 рубля, по 3 рубля, которые можно, в принципе, за минуту-полторы выполнить. Если с такой решеточкой, значит, многоразовые, то они потом, когда рекламодатель проверит, повторно приходят. И потом можно их повторно выполнять. Так как я говорю, я уже здесь год, я освоился. В принципе, я могу вот так вот по 2-3 часа в день где-то зарабатывать. У меня выходит 70-80 рублей. В принципе, этот бук создан, как сказать, и райдера, и рекламодателем. Здесь можно и выкидывать также свои рекламы, создавать. Вот управление рекламой. Это вот мои рекламки я выкинул. Вот одно даже на выполнение уже человек выполняет. А также здесь можно другие рекламки создать, даже для того, чтобы раскручивать свой канал в YouTube. То есть будете там по минималке копейками платить, и люди будут подписываться к вам на канал, ставить лайки, и тем самым вы будете раскручивать свое видео. Но это все не важно, если вы не будете здесь зарабатывать. Ну, в принципе, все, то, что я хотел сказать именно об этом буксе. Если вы с ним заинтересовываетесь, пожалуйста, здесь под видео есть ссылочка, переходите по ней, непосредственно попадаете на этот букс, проходите регистрацию несложную, меняете статус с рабочего, с прохожего на рабочий, и вперед, зарабатывать копейки. В день по неопытности, ну, рублей 10 у вас будет получаться. Далее, когда опыт будет у вас побольше будет, ну, освоитесь в этом буксе, то, как и я, сможете рублей 50-70 поднимать. Ну, это я еще раз повторяю, 2-3 часа работы в день. Ну, в принципе, все, что я вам сказал. Если я вот, да, вот хотел сказать, я вывожу отсюда на WebMoney. В принципе, для тех людей, кто сидит плотно в контактах или на одноклассниках, на Оке и голосах хватит. Ну, также тут свободно можно выкинуть непосредственно на телефон. Хватит на баланс, на интернет. Ну или если на карточку вводить, то на цветы девушки, на мороженое хватит. Ну а кто курит, тому и на сигарет. Ну, в принципе, все. Если заинтересовались, переходим по ссылочке под этим видео непосредственно. А там уже по внутренней почте я уже вам все объясню. Как, что, почем. Как здесь освоиться, чтобы быть, как говорится, рыбка в воде. Плюс я вам дам ссылочку на скачивание программки, благодаря которой можно легко и быстро выполнять любое задание, то бишь по копированию ссылок. То есть, если вы будете задание выполнять 5 минут, она, в принципе, вдвое-втрое сокращает это время. В принципе, всем, если пожелаете, милости просим, жду вас всегда. Все, всем пока.